виброплита для укладки асфальта, газонокосилки, триммеры для стрижки газонов, оборудование для мойки фасадов, тракторы «Беларусь», «Бобкэт» и много другого оборудования и техники. Компания «Пиккомфорт» провела смотр перед весенне-летними работами. Чем и как будет обслуживать придомовые территории управляющая компания, узнала наш корреспондент Мария Антонова. Десятки дворников в оранжевых жилетах с лопатами и метлами в руках выстроились в ожидании проверки контроля качества их инвентаря. Смотр техники и оборудования на готовность к работе в теплое время года провела одна из управляющих компаний города – «Пиккомфорт». Дальше, после того, когда мы вырезаем, собственно, непосредственно саму карту, нам привозят асфальт, и, соответственно, мы его начинаем уже укладывать. Это виброплита, в которую непосредственно мы укладываем сам асфальт. То есть все, что для нам необходимо для укладки асфальта, вот 3 единицы техники. На весь район нам хватает, на все наши дома. Количество техники и оборудования для обслуживания территории возле домов с каждым годом увеличивается. Все для того, чтобы сделать процесс уборки территорий более быстрым и качественным. На обслуживании «Пиккомфорт» сейчас 62 дома в Люберцах. В уборке территории задействовано больше 70 дворников. В ближайшее время на территории всех домов пройдут работы. На территории 62 домов мы планируем произвести достаточно объемные работы. У нас запланировано 27 контейнерных площадок, установка полностью новых, модернизация 7 детских площадок, установка ограждений на 5 спортивных площадках. На самое ближайшее время у нас запланирована покраска бордюров, бордюрного камня, садового камня, всех газонных ограждений. Помимо этого, Виталий Макаренков отметил, что на весенне-летний период также запланирована установка газонных ограждений, антипарковочных столбиков и другое. Кстати, перед летним сезоном все дворники, убирающие территорию вокруг домов под управлением «Пиккомфорт», переоделись в новую яркую оранжево-синюю форму с логотипом компании. Таким образом, они станут еще заметнее во дворах города. В финале смотра руководитель службы эксплуатации отметил, что сотрудники и техника к весенне-летнему периоду готовы. Мария Антонова, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.